Сотрудники Одинцовской ГИБДД провели с руководителями пассажирских предприятий совещание на тему мероприятия по подготовке подразделения госавтоинспекции к проведению технического осмотра. В ходе встречи говорили не только о новых требованиях к проведению техосмотра, но и о работе пунктов на территории Одинцовского городского округа, а также о правилах организации технического осмотра автобусов.